Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 2 ноября 2021 года. И в нашем питомнике ждет своих мамочек и папочек вот такой красавец шоколадный с белым мальчик Чихуа, которого зовут Мари Мистик Милорд. Мальчик стандартного веса и размера. Мальчик рожден 16 июля 2021 года. Полностью привит, чипирован, пройдены все карантины, ждет своих мамочек и папочек. Напоминаю, наш питомник находится в Ленинградской области, отправками щенков в другие города мы не занимаемся. Самовывоз, мы можем доставить щенка до вокзала или в аэропорт в Санкт-Петербурге. А также в нашем питомнике в продаже есть короткошерстные девочки и один бело-лиловый мальчик Магнат, о котором будет следующее видео. Это два родных братика. Милорд нарядный, яркий, крепкий, костистый, с красивой породной головой. Очень боевой по характеру, игривый мальчишка. Сейчас мы его держим на руках для того, чтобы хотя бы можно было поближе показать парня. Выражение мордочки. Ну, а сейчас отпусти на пол и покажем его поведение. Ой, 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 ой. Это сынок прянюшки, поэтому у нас фирменный знак прянички белый кончик хвостика. Вот так все любят Милорда, вот так все целуют Милорда. И если вы гости нашего канала и не подписаны на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить. Сделай ее пониже, а то нам как раз освещение маловато. И вторую тоже. Регулируем подсветку. Не-не-не-не-не, вот эту я имею в виду пониже сделай, а то как раз нам... Вот тут, вот эту, вот, Леш, вот тут открути немножко пониже. Не хватает немножко освещения, и качество фото и видео получаются так себе. Дуся, Дуся. Не пропустите следующее видео. У нас всего два мальчика готовы к продаже. Вот два братика, Милорд и Магнат. Магнат бело-лиловый, Милорд шоколадный с белым. Это два сыночка прянички, мамочка Лялечка. В продаже еще находится их сестренка Миледи, бело-шоколадная девчонка. Вот она, девчонка. Два в одном. Один бок у нас белый, второй бок бело-шоколадный. Шоколад, обратите внимание, горький. А также, напоминаю, в нашем питомнике полностью готов к продаже Цериус Фортуната. Вот этот красавец, бело-шоколадный триколор. Если вы хотите собачку с гарантированным весом, размером, характером, проверенным по здоровью, вот Оська ждет своих папочек и мамочек. Не очень рад, потому что в соседней комнате есть невеста, которая его не пускают. И Ося у нас тут обиженный сидит. Ося ждет папочек и мамочек. И девочку ему не дают. Да, красавчик, красавчик, Оська. Оська красавчик, да. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Переходим к следующему видео с Магнатом. Последние два парня готовы к продаже. И два мальчишки Персюша и Персей и Пигмалион открыты для резерва. Остальные все девочки. Семь девочек. На удивление, в этом году столько девочек. И почему-то они до сих пор не нашли папочек и мамочек. Каждый год одно и то же. Нам бы девочку, нам бы девочку. В этом году столько девочек и до сих пор без папы и мам. Очень удивительно. Все мальчики разъехались в новые семьи, а девчонки живут с нами. Прощаемся ненадолго. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока и до новых встреч.